Анис, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про разработку компании Trifast Build. Что это за... Такое диво дивное в виде большого принтера для большого дома. Да, вот. Это первая российская разработка, которую мы ведем совместно с компанией Solver. Это строительный 3D-принтер, и он кардинально отличается от всех мировых аналогов и прототипов, я бы даже так сказал, тем, что мы печатаем с использованием бетонополимерных смесей и единственные в мире имеем возможность интегрировать в наши бетонные конструкции полимерную арматуру. То есть никто больше такой истории не делает. Помимо этого, мы имеем возможность в бетонные конструкции интегрировать вспененный полиэстерол, который позволяет уменьшить вес конструкций, повысить теплотехнические характеристики и шумовые характеристики. Надеемся, что данный принтер найдет применение как вот в малоэтажном строительстве, так и, и особенно в малоэтажном строительстве в архитектуре с криволинейными формами, с купольными конструкциями, арочными конструкциями. И также надеемся, что сможем продвинуть такую историю, как различные малые архитектурные формы, кастомизированные, да, под каждый объект, то есть каждый парк, каждый бизнес-центр, каждый торговый комплекс, каждый жилой комплекс сможет себе создавать уникальные скульптуры, лавочки, остановки, детские какие-то сооружения, памп-треки, и мы сможем реализовывать эти объекты столь угодным в малых стилях, да, насколько это будет интересно. Получается, у вас полностью сама конструкция, допустим, это вот она армируется прямо при печати еще? Да, 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 при печати. То есть в процессе печати укладываются горизонтальные слои арматуры и вертикально укладывается. То есть получается, и вот эта вот часть тоже она отпечатывается, да, потом уже заливается, да, и снова так же, то есть да, так этап за этапом. Точно так. А уже, я сколько помню, было решение, тоже печатали здание. Вот, оно как тоже малоэтажное было, ну там даже еще проще, но оно заливалось как по кругу. У вас, насколько я понимаю, сделана вот именно такая вот конструкция, ставится на строй площадки, и, да, и уже как классический трехмерный принтер, да, печатает здание по двум, по трем осям. То есть, да, и подается автоматическая подача бетона и углеволокна для армирования. Но они отдельные. Сначала идет углеволокно печатается. Нет, из одной головки. Из одной головки может печататься одновременно и то, и другое. Но у вас специальная смесь создана. Да, да. А чтобы, то есть, но получается, все равно углеволокно заливает быстрее, оно, соответственно, создает этот вот каркас, на который наносит бетон. Да, все верно. Понятно. А есть ли у вас уже построены, допустим, здание? Нет, это прототип, и мы планируем к концу 2020 года выпустить полноразмерный прототип данного принтера, и сможем уже там в начале первой половины 2021 года показать, да, реально напечатанные объекты. Возможно, это будут уже дома, может быть, это малая архитектурная форма, но это уже реально живые объекты в реальном размере. Да, а к второй половине 2019 года мы планируем выпустить макет, прототип, точнее, работающего принтера с полем метр на метр на метр для печати образцов.